В прямом эфире Афонтово новости. Сегодня в Красноярске прошло собрание дольщиков компании «Стройтехника». На нем должны были избрать конкурсного управляющего и определить порядок продажи имущества. В центре «Миксмакс» собрались несколько сотен человек. Собрание продолжалось более 4 часов. В итоге голоса между претендентами разделились поровну. Таким образом, нынешний исполняющий обязанности управляющего Евгений Гончуков и в дальнейшем останется на этом посту. Уже 12 февраля кредиторы проведут следующее собрание. Не исключено, что его результаты будут такими же. Люди отдали голоса 25-36% значит, за претендента недействующего управляющего. И минимальный перевес у меня в этих голосах. Ну, практически можно считать, что голоса разделились поровну. Нет, если не честно, то назначенным судом и исполняющим обязанность имеет все полномочия для проведения процедуры. Это не будет влиять, скажем так, на легитимность его действий. И, возможно, и создание ЖСК, и проведение торгов, это все возможно.